Здорово, народ, с вами Фантом, и мы продолжаем проходить Cry of Fear. В прошлой серии, значит, нам пришла смс-ка о том, что нам нужно спасти кого-то на четвертом этаже. И вот мы, собственно, продолжаем делать это, ищем этого человека, или это, не знаю, кто это вообще. Также мы смогли раздобыть пистолет, это уже хорошо. Ну и нас кто-то воет. Слон. Откуда там слон? Не знаю. Не знаю, будем вновь ходить по всяким этим, как их, по комнаткам. На нас. Я птенчик, кабарик! Иди отсюда! Тихо. Чё ж ты такой жирный, не залезаешь-то, сволочь? Ладно, сейчас. Чувак, иди сюда. Нет, я хочу тебя. Не-не-не-не-не-не-не-не. Стой. Ай-яй-яй. Тихо, не бесись, чувак. Отлично. Так, можно сохраниться. Давай. Так, значит, сейчас мы находимся, я не знаю, на каком этаже. Обнаружен костюм. Что за костюм? Тут что, костюма можно менять? Эй, магнитолка. Что не так-то с тобой? Ладно, пишите обратно. Во-во-во-во-во. Стой, чувак. Так удобно. Дохни! Чё-то пистолет у нас... А, так, перезаряжать нельзя, потому что он просирает патроны. Ух ты, лифт рабочий. Отлично, там были записочки, я что-то сейчас не прочитал. В общем, нам нужно попасть в лифт. Кто-то тут у нас, короче, охотится за детьми. С детьми не охотится, или убил он уже детей, я не знаю. Да, уже все дети убиты, они вот бегают за нами. Но, а мы, собственно, на четвертом этаже, и сейчас мы спасем кого-то, я думаю. Спасем же? Как сюда затолкали ванну? Окей. Так, подождите, я выпью квасу. Я вам скажу, вот эти хуторки, Николы, все говно, ребят, сами делайте квас. Отлично, отличная записка. Отличная. Моя секретная записка. Моя прекрасная... Ну ладно. Дверь не поддается. СМС-ка. СМС-ка. Так, где у нас телефон? Здесь внутри. Умеют заинтриговать. Я думаю, вот тут кровушка. Пошлите сюда. Не надо только резко как-то выскакивать. Это... Заставочка, тихо. О нет, он это сам сделал. В ванне лежит ключ. Как мерзко. Сейчас мы полезем в этот соус. А, как-то не очень-то было мерзко. Кто-то ломится. Так, тихо, очко поджали. Чувак, ну в принципе у тебя тут уютненько так. Кто тут? Эй. Герой вышел покурить. Может, мне удастся спуститься здесь? Не, чувак, вряд ли. Четвертый этаж. Ты же не Assassin's Creed. Ой. Барышня. Идите-ка вы в задницу. Прострел есть? Или нет прострела, я чуть не понял. Отлично. Да. Забываю, что нельзя здесь перезаряжаться. Сохранимся. Вот у нас какая-то девочка или... Нет, это уже бабка какая-то с какими-то странными ногами. Это вы мне предлагаете, что ли, повеситься тут? Или нет? Спуститься по веревке? Ладно. Я, в принципе, не против. Давай, чувак. К чему ты ее привяжешь? Чтобы спуститься? Ну, веревка. Вот у нас веревка.
Вот нажимаем использовать. Вы закрепили веревку. Где мы ее закрепили? Вот мы ее закрепили, лезь. Давай. Эй, а где? Где сцена этого спуска? Эффектная. Что так неинтересно? Так, возьмем обе вещи. Нет, вот так. Вот так. Во-во-во-во-во. Херач ее! Я тоже так умею. Ой, сейчас еще убьет меня стерва. Ой, фу, она себе прям в лицо воткнула эти щупальки свои. В глаза и кровушка там. Шприцик. Используй шприцик. Шприцик. Как тебе использовать? Шприцик. Колемся, чувак. О, да, давай. Опа, и сразу же исчезла аж. Видимо, у нас такой антинаркотик, он. Сразу же все галлюцинации проходят. Так. Ну, тут все однотипные квартирки. Может быть, мы даже в этой уже были. Значит, что? Сейчас у нас особой цели, как я понимаю, нету. Мы на четвертый этаж добрались. Теперь у нас цель только выжить. Стерва. Ой-ой, нельзя перезаряжаться. Ладно, перезарядился. Доставай. Что за разве это было тут раньше? Нет, чувак, не было вроде. Ну, руку-то ты можешь просунуть все равно. Ладно, ладно. Ой, что я делаю? Нож. Ломай ее. Нет? Окей. Три маленьких детки в парке играли, пока не стемнело, домой нам пора ли. Да, мы это читали. Лифт. Скорее всего, он где-то застрял. Так, и что ж нам делать тогда? Все комнаты заперты? Эй, люди! Ну? Ну? Сохранимся. Мы здесь были уже. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Почему здесь нет замедлялки, как в Макс Пейн? Я хочу прыгнуть и высадить ей. Фу, зачем она вся втыкает эти штуки? Стерва! Уйди отсюда! Ну не няшили. Идем. Значит, нам сейчас, думаем, просто нужно убраться из этого... Говнари. Кто-то ходит и закрывает нам все проходы. Кому-то заняться просто нечем. Вау-вау-вау, пошли бы занялись, благотвор... Ах ты ж! Так, перезаряжайся, чувак. Перезаряжайся. Прыгаем. Они непонятно мрут. Непонятно. Вот она умерла. Ну вот умерла, ладно. Фу. Так, ну что? Еще один забор. А здесь что? Здесь он. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, там. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как-то тут мрачновато. Эй, люди. Мы здесь вроде были, да, мы здесь были. Вот. Призрак, туалет. Так, ну. Ну. Вот тут. Сдохло. Отлично. Сваливаем, чувак. Чего ж тут так темно-то? Охренеть. Так, я, походу, все патроны сейчас просру таким образом, перезаряжаясь каждый раз. Так,
А, ну вот мы опять у этой лестницы. Кто-то отливает на улице. Подождите, там что, все затапливается, что ли? Нет, мне показалось. Какой-то чувак. Я думаю, мы ему не будем мешать. Особенно так. Пошли, сходим наверх. Нам нужно... Что нам нужно? Ну что ж, поскольку мне нужно убить несколько деток, я заблокировал лифт в холле. И теперь лишь персонал, знающий секретный код, сможет вызвать его. Кто-то стонет на заднем плане. Но детки наверняка ничего об этом не знают, так что они просто пойдут по лестнице. Ну, значит, чувак заманил деток на лестницу. Слушайте, там какая-то дикая хрень происходит. Я надеюсь, нас сюда не пустят. Ну ладно, нам все же придется завалить этого чувака. Как-то... Ах, сволочи, телефон звонит. Секунду. Итак, продолжаем. Значит, тут какой-то... такой неприятной внешности чувак. Что-то он был, знаете, не слишком мощен. Может, он еще встанет? Мне кажется, это был просто работник ЖКХ. Он тут пришел с молотком, может, чинить лифт. Я не знаю, как молотком чинить лифт. Но мы его убили. Ну, а нефиг с такой рожей вообще ходить. Что это? Что это за штучки такие? Вода, вода, знаете, классная для Half-Life. Да, вообще кайф такой. А, ну покупались, можно идти дальше. Ничего, ничего. Здесь мы были, я не хочу возвращаться обратно. Нам, так, нам нужен, значит, пароль от лифта. Пароль от лифта. Или не нужен, собственно. Подождите, нам надо было на четвертый этаж. Теперь нам нужно как-то вот здесь вот 1, 2, 3, 4 ввести. Неверно, еще бы. Значит, в записке написано, что чувак оставил этот пароль персоналу или еще что-то. Да, да, где записка? В общем, нам нужно найти бумажку с паролем. Ну, ну вот как мне туда попасть? Ну, значит, нам туда не надо. Пошли опять бродить. О, отлично. О, отлично, и бродить не надо. Идем обратно. Спускаемся ниже. Ну, вообще-то, как-то надоедает ходить по однотипным комнатам, но это скоро кончится, да? И мы выйдем на улицу или еще куда-нибудь. Эй, народ! Так. Так, мы здесь были. Ну что, пойдем еще разок все повнимательнее посмотрим. Что случилось с этими вещами? Да, как-то они, знаешь... Вот журналы, они как бы должны упасть. Ну, ну ладно. Эй. Так, здесь у нас рука свисала. С пистолетиком. Мы взяли пистолетик. Я не хочу возвращаться обратно. А я, походу, возвратился обратно. Так, так. Второй этаж. Блин, ну мы здесь везде были. Здесь ни черта нету. Музыка пошла какая-то эпичная сейчас. Сейчас что-то произойдет, нет? Эй, народ! Ну отсюда вылезал мне чувак из-под кровати. Ну, ну мы здесь везде были, ну. Ну же, ну в туалете, может, записку спрятал кто. Эй, толчок не открывается, идем дальше. Во-во-во-во, вот здесь вроде не были здесь. Или были. Если кто-нибудь выскочит, значит не были. Ой, блин, как же интересно. Да, мы здесь были, про деток милых мы читали. Во-во-во-во-во. Ты, может, упадешь, а? Не, ну как же она классно умирает. Ну да, вот здесь вот мы все это смотрели, фотки, ну. Ну же, ну где же наш ключ от лифта? О, да. Итак, ну я, пожалуй, пропущу бессмысленные вот эти вот шастания по всем комнатам.
Там ничего не происходило. В общем, я нашел вот эту дверку. Она здесь... У нас что-то, видимо, изменилось. Что изменилось? У нас теперь тут все затоплено к чертям. Не знаю, какого фига. Когда мы тут ходили, все было окей. Ну ладно. А, и еще сзади. Бежим, бежим. Давай. Не обязательно же убивать. Мы же добрые, мы убежали. Все нормально. Какой этаж? А, да-да-да, вот у нас, значит, вот здесь вот заблокировано все этой фигней. Но наш герой даже ничего сдвинуть не может. Ну, поэтому нам пришлось обходить. Опа-опа-опа, подвальчик. Сохранялочка. Так, ну что, какие дела, народ? Куда пойдем? Заперта. Тут заперто с обратной стороны. Ну и, собственно, зачем мы сюда пришли тогда? Отлично. Может, ты сможешь разбомбить? Нет? А, наглухо она заколочена. А в дырку ты не пролезешь? Нет. Ну и что тогда делать? Я не знаю. Так, народ, ну я тупанул. У нас вот есть ключ от подвала. И вот мы, значит, его открываем, а... Ну, а я сразу же не заметил. Надо было, чтобы мне кто-то смс-очку хотя бы прислал. Типа, чувак, у тебя там в кармане ключ есть, а ты тут шляешься. Но нет, у меня все еще смс-ка здесь, внутри. Ладно, сейчас посмотрим. Это уже не наша территория нам здесь. Ну, хотя и та была не наша. В общем, будем аккуратненько себя вести. Сдохни, сволочь. Стерва. Пошла в жопу. Нет, нет, маус, 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 Борис, Борис, Борис. Все, все, мы, короче, победили их. Мы не хотим себя убить. Дохни, стерва. Стерва. Ты сдохла? Эй. Дура. Эй. Вы что издеваетесь? Я просто потратил все патроны на тупую текстурку. На то, что... Она тут это стояла. Окей. У нас есть нож. Как-то здесь уж совсем мрачно. Ну а зато у нас теперь нету патронов. И я думаю, наш герой. Она нас не сможет заставить нож в себя воткнуть. А жизнек у нас очень мало. Используй, чувак. О, да! Только и колодца рядом. Бежим. Ребят, короче, мы вот здесь прячемся, да? И с вами был Фантом, и давайте до свидания. Эй.